На просторах интернета можно найти кучу рецептов, как делают гаспачо. В этом видео хочу поделиться гаспачо от моего супруга андалуса Модесто. Какой он делает гаспачо? Вот кто пробовал, те обязательно начинают делать именно по его рецепту. Итак, что понадобится? Огурчики очищенные, свежий лук, перчики зеленые. Секретным ингредиентом будет две баночки вот таких томатов. Я думаю, в России тоже можно аналоги найти, то есть это очищенные томаты в собственном соку. И вот такие томатики он купил. Сейчас он их в воде нагреет. И для того, чтобы они лучше чистились. Ну, понятно, что не варить их будет, а только чтобы кожура нагрелась. И понадобится еще всего лишь 3 зубчика чесночка свежего. Сейчас начала видео, а муж шутит, говорит, еще чориса для гаспачо понадобится. Чориса — это такая пикантная, вкусная колбаса. Ну, шутит. Ну и одним из главных условий приготовления отличного гаспачо — это баночка пива для того, кто готовит, и хорошая испанская музыка. Какая именно, зависит от настроения. Но вот, судя по тому, что играет у мужа на телефоне, сегодня у него настроение романтическое. Bueno, hoy vamos a hacer gazpacho. Tenemos ahí, vamos a hacer sobre unos 12 litros de gazpacho. Tenemos 4 pepinos, 3 cebollas, 2 pimientos. Echamos 2 latas de tomate triturado para que así le dé un poquito más de color y eso. Y tomate natural, sobre aproximadamente unos 2 kilos. Ahora después ya en la elaboración ya cogeremos un poquito y se. Y para que el cocinero pueda darle un poquito más de sabor, pues se toma una cervecita también mientras lo está elaborando. Bueno, ahora después seguimos un poquito más con la elaboración del gazpacho. Так, ну вот под пивасик уже оливочки пошли, фаршированные анчоусом. Да? Да, сосед у нас. Значит, измельчать он будет все ингредиенты вот на таком приспособлении. Ну, это для смузи. Ну, понятно, что сначала он все почистил, мелко нарежет и потом будет измельчать. Аромат стоит овощами, прямо уже слюной схожу. А учитывая, что у нас окна кухни выходят на улицу, я думаю, у соседей напротив тоже сейчас слюноотделение начнется. Си, Модесто? Говорит, убирай камеру. Bueno, queridos oyentes, ya estamos por aquí otra vez, donde hemos ya picado en trozos pequeños el pepino, lo que es la cebolla, en gajos pequeños, lo que es el ajo y el pimiento. Como habrán visto anteriormente, los tomates estaban metidos en una olla que los ponemos en agua caliente y en el momento antes de que empiecen a hervir, pues se pelan con más suavidad, donde vean ustedes prácticamente que ya están casi pelados, donde prácticamente con muy poquito trabajo los tenemos, todo el tomate lo tenemos pelado, desperdiciamos menos cantidad y tenemos menos trabajo. Y ahora, dentro de un momentito, seguiremos un poco más dándole ingredientes y poniendo la elaboración de nuestro gazpacho andaluz. Todo, todo vegetariano, no lleva condimentos, simplemente las únicas calorías que lleva es el aceite de oliva puro virgen. Вот как только кожица у помидоров стала трескаться, воду горячую слили, обдали водой холодной. Сейчас их почистят и также нарежут на кусочки, чтобы удобнее было измельчать. Ну и вот прошло 2-3 минуты, и помидоры, собственно, все уже очищены. И сейчас он начнет их измельчать. Bueno, queridos oyentes, aquí estamos de nuevo otra vez, donde ya lo tenemos todo, el tomate lo tenemos troceado, sin piel y sin
corazón para que no tenga muy grueso el ajo y todo. Y ahora vamos a proceder al triturado con lo que es una Thermomix o una batidora. Si a alguno le gusta que quede suave y no quede muy espeso, les recomiendo que lo pasen por un chino, por un colador, y lo que queda gordo vuelva otra vez a triturarlo. Bueno, me despido un momentito y ahora después ya os indico la forma de lo que es los aleños y la terminación de este gazpacho andaluz. После того, как все ингредиенты измельчаются на блендере, они помещаются вот в такой 10-литровый таз. Таз предназначен только для того, чтобы в нем разводить гаспачо. Белье в нем не стирается, посуда не моется. И вот когда все ингредиенты будут здесь уже измельченные, Модесто начнет колдовать над гаспачо, то есть добавлять соль по вкусу и немножко оливкового масла. Так, ну вот прошло минут 20 с того момента, как начались приготовления гаспачо. Ну и практически уже подходит процесс к завершению. Сейчас все это перемешают погружным блендером и добавят соль, масло и в холодильничек охлаждаться. Через полчаса после начала приготовления гаспачо готов. Эти две банки отправляются в холодильник, и нам их хватит на двоих примерно дней на 5. Ничего с ним не делается. Не вздумайте в морозилку помещать, потому что вкус потом будет гораздо хуже. Ну а вот то, что будем пить сейчас, добавили немножко льда, чтобы быстрее охладить. И buen provecho! Con el gazpacho nunca hay empacho. С гаспачо никогда не бывает расстройства желудка из-за обжорства.